И начнем мы обсуждение все-таки с главной новости. Я думаю, это будет правильно. Чего уж тут греха таить, главная новость всем известна. Она заключается в визите президента Байдена, президента США Байдена в Киев, буквально, так сказать, в понедельник. И вот сегодня среда, а вчера большая была речь его, ну, значимая речь в Варшаве. Она состоялась после уже выступления Путина перед федеральным собранием. Там собрались чиновники, бог знает кто, ну, весь сброд. А вот. Ну и, соответственно, сегодня там продолжишь некоторые мероприятия в Варшаве. Но в любом случае, я думаю, ты следил за этим за всем. Главный вывод, потому что, ну, детали уже понятно, уже все обсосали, обсудили. А вот все-таки, как тебе кажется, сам визит, его символический смысл, обращение через голову Путина к народу России, собственно говоря, так сказать, заявление Путина по договору СНВ-3, при остановлении и так далее. Вот как все вместе ты оценишь, на твой личный взгляд? Все очень визита? Просто. Запад принял решение. Принял решение. Да, он отказал Путину праве представлять российский народ. Раз. Значит, решение заключается в том, что Путин должен быть отстранен от власти в том или ином варианте, и лучше это и отстранен сами россиянами. Народом или элитами. Элитам послан очень четкий сигнал, народу послан очень сигнал. Что, ну, прямо так не говорят, это же дипломатия. Но мы теперь еще как лица неофициально можем говорить, как есть. Поэтому... И как бы все ясно, им сказали так. Ключ от войны у Путина в руке у одного человека. Он за секунду может ее остановить. Десятки тысяч, сотни тысяч погибших, страдания народов. Специально подчеркнул Байден, народов. Не только украинского, но и российского. Это все один человек. Закройте вопрос с одним человеком, все. У России есть все, и у российских элит, и у российского народа есть шанс вернуться в честную семью народа. Мировое разделение труда, избавиться от санкций, избавиться от всего, и жить нормально, взаимодействовать со всеми нормально. Мы не собираемся вас завоевывать, он четко сказал. Ну, да. Вот. Все проблемы от одного человека. Угу. Да, вот если у вас есть надежда, как это, перетерпеть Украину, как закинули сегодня во многие телеграм-каналы, типа украинский народ устанет раньше, чем российский, или чем Россия как система, он сказал, избавьтесь от иллюзии, мы будем поддерживать столько, сколько надо. Бесконечно. Так. А ты считаешь, Путин отвечал ему на следующий день? Ну, понятно, что это все вместе надо понимать. Путин, он был очень испуган. Первое, что бросается в глаза по микродвижениям, по анализу, он был крайне испуган, крайне раздавлен, деморализован. И набор шизофренического бреда, который он выдал, это же как бы попытка сыграть вечную российскую историю «Царь с народом против бояр». Но тут, может, впервые в российской истории может получиться интересный пассаж вот этот про то, что народы все равно у кого какие яхты конфисковали. Но пассаж, интерес в том, что российский народ впервые может объединиться с боярами против царя, судя по тому, как оно все идет. Вот. Ну и он абсолютно в тупике, абсолютно. То есть идейный тупик, ему нечего предложить, никаких новых идей. Вообще ничего. Но, кстати, мораль, ничего не предлагал. Да. Когда война кончится, ничего. Как они собирают? Ничего там не звучало. Да, моральный тупик, как бы, да, потому что это, если это была попытка мотивации солдат, народа, элит, то разговоры о гей-браках очень, очень плохо мотивируют солдата подниматься из окопа на украинский пулемет. Практически не действует. А матери одобряют гибель сыновей, потому что там где гей-брак. А вот что еще? Обещание, которое никогда не будет выполнено. Там типа сосредоточимся, да, возможности для развития, строительного отрасли, сельское хозяйство. Мы как поднимемся, как покажем. Народ же прекрасно понимает, что творится. А отношение элит было замечательно видно. Они спали, не стесняясь. Дремали там, понимаешь. То есть ты считаешь, это показное было поведение? Да, абсолютно. Вот поэтому, ну и как показное. Они просто не считали нужным уже изображение. Поэтому трудно показать. Кстати, я хочу сказать, при Сталине не спали. Те, кто спал... Кто спал через на следующий день, да, получал не участок просыпался. Работы. Работа на Беломорканале. Да. Ну, почему? Да. Он получал новый участок ответственной работы. Да, ватник, этот самый, Кайло. И вперед. Соединять Волгу с Доном. Или Белан, там что-то еще. Да. Поэтому, ну, как бы, это поздний Брежнев. Это то же самое.
отсутствие цивилизационных перспектив, отсутствие моральных перспектив, отсутствие материальных перспектив, экономических, военных, ничего. Ничего никак. Ничто. Поэтому я думаю, что это последнее. Вот у меня было ощущение, не думаю, но как это может быть, но ощущение было такое на уровне интуиции, что это последнее послание Путина в Федеральном собрании. Он переживет. Не доживет до следующего. Как политический деятель, так точно. Ну вот смотри, а в чем ты видишь месседж Украине? Потому что, ну понятно, победа Украине – это стратегия, но ты видел, Митч МакКоннелл приехал в Киев, это лидер республиканского большинства, и до выборов он разные какие-то заявления делал, а тут он, значит, говорит, что, ну да, говорит, все идет к выдаче ракет и самолетов, что тут как бы, прям так сказал. Ну он не просто сказал, он призвал же. Это же не просто так. Призвал. И очень многие сенаторы, да, они заявили, что да. Как бы пора уже. Так все же ясно. Ну, если решение принято, оно очевидно, что оно принято. Потому что итальянский премьер, испанский премьер собирается кинуть. Итальянский приехал. Да, приехала. А испанский, вот сегодня прошла информация от политика, что собирается. Все ездят за символическим капиталом и за согласованием позиций. А такая интенсивность контактов практически каждый день. Возможно, только когда. Когда решение принято, надо делить пирог в хорошем смысле. Понимать, кто что делает, у кого какой участок работы, тоже что отвечает, согласовываться. Поэтому сейчас будет очень показательное голосование 24 числа в ООН за инициативу президента Зеленского о новой системе безопасности мировой. Мы посмотрим, как и кто проголосует. Сколько будет. А дальше все будет ясно. Уже ясно в значительной степени. Например, конференция, запланированная в Лондоне летом, в июне, по-моему, после военного восстановления Украины, это же о многом очень говорит, представительская расширена конференция. Никто же не планирует восстановление, если, например, перспективы если не знают, что войны не в ближайшее время не закончится, да. А если они ясны, то ну, не может не закончиться, но, по крайней мере, станут окончательно ясными перспективами.